сокровища. О сокровищах можно забыть, мне кажется. Слишком много. Сюжетных воротов-поворотов. Так. Типа она не может отцепиться и прыгнуть, как Дрейк тоже не мог так же. В воду, что ли? Шмиотес. Ой. Ладно. Воду. А, мог не цепляться даже. А не могу нырнуть? Да, могу, конечно. Что-то под водой есть. Рано я сплыл. Ну, бляха, мухан. Не могу сейчас. О, отлично. Тихо-тихо-тихо. Не глюч. Размер чего? Что это? О боже, какой ужас. Что? Меньше 3. Да. Меньше вот третьего у тебя, я понял. Уай. Тихо. Крокодил. Никого. А куда я? У вас тут много. Может отстреляться от них, так? Вам давай. Тихо. Окей. Выходи. Ошибся. Ни хрена. Теперь я их диалог дочитал, думаю, речь про твои ноги. Весельчаки, ё-моё, жалко с таким воевать. Что тот видит сразу моментально? Ой, даже не знаешь, с кого начать. А, блин, сейчас можно было. Сейчас можно. Вдвоем идут. Окей. Там чисто. Все чисто. Чего не хочешь? Так, вот этого надо. Может его стрельнем по нему? Шотик. Понеслась. Ч
Что она сбежала? Гранатан! Опа! Фига! Ой, блин, Фрейзер. А у меня же тоже есть. Один готов. А, уже граната на него. Как, если отпущу, она полетит. Блин, минус граната. Ну ладно. Как бы подальше. О, сейчас сюда подбежит. Мощно. Все. И как? Слегка оглохло, но ничего. Хорошо. Что пойдем это дальше. За пушки такие? Что за пушки? Окей, оставим. Мне нравится. Патроны для прошки. Гранаты. Нет, ну, стой. Че я забрал? Не забрал? Не забрал? Хочу Desert 45. Какой там был? А, ну все, здесь никого больше нет. Че побежал-то? Блин, вообще мало противников было. Что-то я на них прям время потратил. Квадрат. Смысла в нем. Ой. Ну, дальше идем. Ого. О, головоломочки. Посмотрим, что эта штука делает. Статуя сдвинулась. Ну, попробуем пройти. Чтоб не провалиться, хитро придумал. О, не надо проваливаться. Так, там лестница, если что, да? Вот черт. О, тихо. Ох ты, твою. Я думал, успею просто. Надо было пригнуться вот так, типа. Можно на месте? На месте не пригнуться. Нужно дать по яйцам. Ну. А. Ну давай, по всем, что ли. Назад. О, чуть не попалась. Отлично. Ну вот. Чё у неё там? Вроде получилось. Досталось. Иди сюда. Иду. Берегись, топор. Испугалась? Нет. А. Я думал, неужели стоит, а все равно будет. Ну, сокровища, вот смотри, вот не положили ни хрена. Вот нет, сказали. Все, хорош. Иди по сюжету. Опа, фото можно сделать. А что это вдруг так? Сюда можно, оттуда нельзя. Как ровно здесь все. А что так? Так, подожди, где мы? То есть нам на эту башню надо, которая вот справа здесь. Мы до нее так и не добрались. Ой. Да что ж такое? Три статуи. Еще два одна. Символа. Звезда и кольца. Это хайсальские знаки солнца. Ну, принцип тот же, я думаю. Еле отскочила. Вот. Пока все по плану. Они бьют только по одному, да, месту? Аж ты! Ну, успею. Так близко? Не,
Или кто ли? Так, подожди, назад. Стой, как ты делаешь это? Ух ты, ё! Страшно. Но уходит 200 жизней. Должно быть больно. Да. Фу. Норм. Сюда. Отлично. Все, порядок. Давай сюда. Успели. Отлично. Я сейчас. Ну, теперь-то легко. Я так и думала, что будет еще одна. Как ты догадалась? Бог любит троицу. Да. Увидишь. Ух, ё, зих. Больше здесь. Да, как просто смотри, вперед прыгаешь просто. Прикольно, да? Ой. Это в шмышле, я хотел почитерить. Сама хочет попробовать, я говорю. А как же я? Нет? Это был намек на иди сделай сама, ну ладно. Вперед. Ай, по башке прилетело. Понять бы, куда прыгать. Ой, в меня попадут. Ах ты, я. Вперед, вперед. Назад. А, просто замахивается сначала, да? Но все же мимо. Если я вперед прыгну сюда. Ой, а тут на меня сейчас. А нет. Да, куда я? Так. Теперь в ту сторону точно. Да? В эту типа можно, да? Статуи подсвечиваются перед атакой. Да, не очень так. Хорошая подсказочка. Всегда светится. Я цела. Отлично, я что-то прошел. Блин, сюда, назад. Так, это сейф, да, плейс? По идее. Так, давай еще назад. Вперед. Бляха, они еще это. Да. Смотри, знаки на колоннах в паре одинаковые. Вижу. Ай, да я ж знал. Назад. Ё-перный. Теперь на это. Ё. Было близко. Теперь на это. Твою. Кто-то все-таки попал. Блин, я почти дошел. Чуть не попалось. Сюда я так делал. Блин, камин. Туда я уже не допрыгну. Он в меня, наверное, попадет. Да, нет. Этот сейчас сделаю вшух. Это, наверное, в меня. Ё-моё. И это сейчас.
Блин, ну надо слезать, потому что смотри. А нет! Тут вас не предугадать. Это как сделать? Давай вперед. Чувствую, что сейчас... Блин, зараза. Вперед. Куда я прыгал, вот я не помню. Сюда. Назад. Даже сюда. 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 Бля. Что-то я забыл. Забыл. Сюда. Так близко. Опять сюда. 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 Ё-моё, теперь они меня попадают там, если я нахожусь. Фу, вот куда в этот момент? Назад. Сюда, давай, попробуй рискнуть. Могло быть больно, говорит. Да. Давай сюда. Сюда. И сюда, отлично. Да, сделали это. Все, Надин, я оставляю тебя там. Свежий воздух. Блин. Мне понравилось, на удивление, прикольно. Хоть вздохнул свободно. Там странно пахло. Смертью. Там пахло смертью. Думаю, скорее плесенью там была, да? Смертью, точно. Мы не любим слово плесень. Так, ну чё? Ну вот. Ну, теперь топор собрать. Символ топора. Умно. Это немного сложнее. Все вместе. Да ладно, сразу бы не смотрел. Рады тебя видеть, Шива. Ну что, давай пустим воду. Эй, погоди, откуда нам знать? А вдруг там не вода, а лава? Ты издеваешься. Конечно, какая я издеваюсь. Лава? Хотя... Как я издеваюсь. Ну вот. Что, мне даже жаль, что там не лава. Еще водопад. Да, два из трех. Какие безумные старания, чтобы спрятать бивень. Дело в том, что бивень был символом их величия, олицетворял их богатство и силу. Заманчивый трофей для персов. Да. Но мой отец был уверен, что бивень – это даже нечто большее. Что? Твой отец искал бивень? О, бивень был его страстью. Он был готов копаться в архивах днем и ночью. Все наши деньги ушли на бесплодные экспедиции. Звучит знакомо. Чем кончилось? Сочувствую. Я не знаю. Он велел нам с мамой уехать для нашей безопасности. И дальше мы жили в Австралии. И вот я стою здесь, на пороге Халибиду. Это... забавно... Последняя крепость стоит над водопадами. Та, что с трезубцем. Это туда? Австралия. Теперь понятно, откуда у тебя. Это что, башня? Да. Фрейзер — это же не индийская фамилия. Она мамина.
Пойдем к машине. Подожди. Что? Где мы? А, да. Где мы, говорим? А нельзя покрутить, мне так неудобно. Короче, левее. Ну да, это есть башня. Левее. А, точнее, нет. Почему это башня левее, если мы здесь? Башня чуть правее от меня. Ладно. А что за вопрос? Там, да? Там. Или... Ай, ладно, пошли за Надин. Ну, срежем путь. Хорошо, что назад не тем же путем. Ты бы у меня побегала от топоров. Да, тут скучно, ё-моё. Норм. Норма. Ну, уму. А, мы-то не слышим акцент с озвучкой. Опять переигрывать. Но это и хорошо. Уже паскат. Все, остались водопады. Ну что, пошли. Или поехали.